Меня просто никто никогда не найдет. Я буду как ниндзя в тумане. Я буду как иголка среди сена. Я буду прозрачным, как лайк на этом видео. Но меня никто, никто, никто... Ой. Заметили? Всем привет, ребята! С вами, как обычно, Паша, Блэйзи. И, ребята, добро пожаловать на мой новый ролик. Сразу же поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, сделайте... Красную кнопочку подписаться, серой, мы начинаем! Ладно, все, можно камеру выключать. Так, ну-ка, камера так выключается. Вот так вот, опа, опа. Так, давай, ах, идеально. О, боже мой, ну ладно, вроде как получилось смешно. Можно идти это все монтировать. И как раз-таки посмотреть, что сколько мой новый ролик набрал. Так, ну-ка, Блэйзи. 1500, ну, ай, ну блин, ну почему? Я вот реально в начале ролика сказал, что лайк прозрачный. Друзья, ну проверьте вы там это как бы снизу, лайк прозрачный или что? Ну вроде как на него легко нажать, а вам что, сложно? Ну, друг, ну я же смотрю на тебя, ну поставь ты лайк, ну мне будет очень приятно. Реально, блипи лайк и все будет пучком. Так, значит, ладно, хорошо, лайки-то окей, так, комментарий. Так, ну-ка, что у нас пишет, так, Флейзи топ, так, спасибо, лайк сразу на комментарий. Так, что тут дальше, так, Флейзи, сделай себе хвост, пожалуйста. Чё? Какой хвост? Так, подождите, какой? У меня хвост? Так, не, у меня хвоста нет. А зачем мне хвост? Я чуть не понял, подождите. Так, ребята, ну хотя, я же волк, и по сути у меня должен быть хвост. Ну, блин, ладно, лайк на комментарий. Ребята, сегодня в серии мы будем делать мне хвост. Ну как, ребят, я не знаю, чё, из чего можно делать хвост. Так, ну-ка, из травы можно сделать хвост, я не знаю, там, хотя нет. Из листвы! Ну не, ребят, надо настоящий, мне кажется, хвост, чтобы я мог им шевелить и так далее. Хотя, блин, ребята, если делать настоящий хвост, то это получается очень опасно, потому что там же это хирурги там и так далее. Блин, очень все страшно и очень опасно, блин. Делать, не делать, делать, ну, блин, хотя подписчик захотел, но... Блин, ребята, делать ли мне хвост? Я вот просто не знаю. Реально, ребят, поставьте лайк. Вот кто еще вот это досмотрел до этого момента. Реально, ребят, влепите лайк, потому что мне надо будет сделать хвост. Ну как, ребята, как? Эврика! Эврика, к Иванычу, ребята, к Иванычу! Житель Иваныча мне по-любому подскажет, что делать. Ребята, короче, кто не знал, вот по секрету, только давайте это, ну, никому более, это, никому не рассказывайте эту информацию. Короче, у Иваныча есть своя лаборатория. И он, ребята, может клонировать людей, может создавать им другие конечности и так далее. Поэтому, ребята, все, открываем, опа, и уходим. Так, ребят, давайте заходим. Так, ну-ка, Иваныча тут нету. О, боже мой, это ты, чёрница? Зачем? Я же с ней говорил не приходить сюда. О, да, Иваныч, прости меня, пожалуйста. Ты с камерой еще, ты что? Блин, да ничего страшного, никто не узнает это из жителей, то, что у тебя тут есть лаборатория. А это что такое? Это что такое? Эй! Не советую подходить, укусит. О, укусит? Я тихо-тихо-тихо, я тогда вот так вот лучше буду. Слушай, Иваныч, короче, у меня такое дело, мне надо сделать хвост. Хвост? ты волк, ёбай, я подумал, то, что ты человек. Хвост, ну... Блин, ну, в принципе, можем делать хвост. Ладно, заходи в камеру и жди 5 секунд. Ага, хорошо. Так, ладно, ребят, давайте заходим в камеру. Так, ребята, опа, хорошенько. Так, заходим и... Мы, ребята, очень опасно. Так, ладно, открываем. Так, это закрываем все за собой. Так, это дальше открываем. Так... А это что? А, блин, это же, ребята, дверь такая секретная. Так, ребята, тоже заходим, так, закрываем. Так, тут открываем и... Вот, ребята, секретная камера Иваныча, которая, получается, сделает из меня хвостатого. Так, ладно, ребята, давайте становимся. Так, будет не больно. Ага, понял, ща. Так, настраиваю. Вау! А что бомбанул-то? Так, Иваныч, открывай давай! Открывай! Куда идти? Вот сюда! Так, тихо, господи! Что произошло? Почему там все бомбануло? Прости, Паша, ты главное не кричи. В смысле? Ты мне хвост-то делал или? О, ну хвост-то есть, а... Что это? Я что, старым стал? Я что? Почему? Стоп, у меня... Стоп, подожди, что это? Что это? Почему у меня еще морда выросла какая-то? Что за фигня? Ты что сделал со мной? Ты что со мной сделал? Ты... Офигеть, ребята, я теперь реально настоящий волк. Давай, убирай эту штуку, блин, быстро! Сейчас, подожди. Оп. Ой, ты...
Ты чё за нос-то, блин, да ты хватаешь его? А, ты издеваешься? Я тебя убью. Давай, возвращай полностью. Почему я дед какой-то, ты издеваешься? Что со мной случилось? У меня борода выросла, хвост вырос, блин. Давай это все убирай. Верни, блин, либо мне тут нос. Я был хоть как-то похож на волка. У меня еще зуба нету. Тебе конец. И вообще, я тебя уничтожу сейчас. Тихо, Паша, тихо. Все хорошо. Стой. Дай мне... Не знаю, там, ну, 24 часа, например, чтобы восстановить свою машину, и мы тебя вернем в прежний вид. Я тебя убью. Сейчас восстанавливаю машину и сделай меня нормальным. Я дедом стал каким-то, ты издеваешься? Я не смогу сделать ее так быстро. Короче, все, дай мне 24 часа, дай мне один день. Побудь дедом один день, и все будет хорошо. Ну, блин, ну смотри у меня... О, боже мой, ребята, это капец. Вот зачем я согласился на хвост, ребята? Вот Иваныч все попутал, сделал мне хвост и сделал мне дедом. Еще оторвал мне нос, блин. Ох, капец, ребята, у меня зубов еще нету, вы это понимаете? О, боже мой, ребят, я реально, блин, чувствую... О, тебя стариком. А? Мыши! Мой голос, Что-то не понял, это как еще понимать? Ребята, я только что же нормально говорил, У меня зубы как будто выпали моментально. Так, ладно, ребята, пойдемте давайте домой. Что-то спина еще болит. Спина, понимаете, ребята, спина, что ли, возраст. Иди же отсюда, нафиг, мелочь пузатая. Лучше посижу дома, в уютненькой атмосфере. Ой, компудакторы эти. Всех, господи, убрать излучение. Там всякие интернеты, вот это вот все надо убирать, потому что сейчас это все захватит землю, прилетят и на поселенцы, и все, будет хана. Так что это все напа... Ты что, охренел? Секундочку, сейчас дедушка тебе преподаст урок. Так, вот так вот выкидываем, так все мусор, так все выкидываем, так берем нашу двухстволочку. Эй, мелочь пузатая, ты что нафиг ушел отсюда? Ушел нафиг, сейчас солью еще раз. Тебе что, не понятно, сейчас посадить туда, так бам! Ну, это ты сам напросился. Ох, господи, что тут еще? Что это такое? Господи, какие-то инструменты. Вот зачем они? Моя спина! Ой, дед уже старый-то. Свинья, что ты тут сидишь на месте? На, подержи сундук. Ой, ё-моё, дедушка уже... В принципе, надо только в окошко смотреть. И все, и наслаждаться жизнью. Ой, еще этот хвост мешает. Дети, подписчики, это самое, напишите в комментариях вообще, мне идет хвост или же нет. Вот мне кажется, что-то ни хрена нет. Ой, ё-моё, как я устал. Буду смотреть в окошко. Ой, за прудиком. Ох, ну какой же красивый домик. Не то, что вот этот. Ой, ладно, дед уже старый. Надо наслаждаться жизнью. Баба. Ой, так, все. Ну, и что это такое? И что это такое, я тебя спрашиваю, куда ты пошел? Вот туда надо еще засеять картошки, там бы... Ой, что это такое? Вечно... Вот без меня ничего не могут сделать. Сейчас я вам покажу. Господи, иди отсюда нафиг, ты мелочь. Вот смотри, вот как надо. Вот так берешь, опа, скапываешь и вот так вот аккуратно, нежненько, вот так вот делаешь и вот так, ой, садишь. Потом вот это, видишь, куст уже вырос. Вот так вот, опа! Вот так, садишь, еще можно. Вот, идеально. Ой, господи, ладно, все, короче, работай тут сам, я тебе показал, как надо. Ой, господи, вот честно, друзья, я вам так скажу. Вот это вот все дома, это все хрень. Я бы тут спалил всю деревню. Надо делать тупо из досок, из бревен, а не из камней каких-то. Ой, ладно, все, дед уже старый, надо... Что, все высохло? Так, воды, ё-моё, ребята. Сейчас, погодите, воды надо взять быстренько. Сейчас, бедный дед-то. Ой, ё-моё, добежите, вы пока что там поставьте лайк, там, подпишитесь, можете там колокольчик, в принципе, нажать. Еще можете написать комментарий, там, вообще, дед ли я хороший или плохой, я не знаю.
знаю. Ну ладно, все, ребята, так мы садим картошечку, все. Опа, 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 так вот идеально. Опа, опа, и все, ребят, картошечки, вот так, все, картошечки, картошечки, так. А где я буду жить? А, ну ладно, на улице, в принципе, поживу. Ой, хорошо-то как. А почему? Я что-то не понял, подождите, это... А почему он не взорвался до полностью? Он же должен был сгореть. Ладно, я не хотел этого делать, но придется. Так, как там пишется? Нет, не так. Ну так вот. Так, ё-мо, как это пишется-то? Подождите, секундочку. Вроде 3. Или 5. Или 1. Давайте 1. Опа. О, творческий режим. Так, ща мы возьмем самое жесткое. Вот этот вот динамит. Так, что тут надо еще? Кнопку. Вот так вот. Опа. Опа. И... Да ладно, шучу я, конечно. Не буду я взрывать такой, такой динамит. Надо взять своих зверушек. Так, посиди, так идем. Зверушек я оставлю. И полетел назад взрывать деревню. Так, ладно. Раз, два. Не делай этого. Здорово, Иваныч, как дела, как там эта баба Люда? Ты привет ей передавай. Слушай, выйди, стой, какая баба Люда? Так, подожди, не взрывай деревню, я все починил. Пошли назад, будешь обычным молодым пацаном. Пацаном? Так, слышь ты, я сейчас таких вот 5 штук взорву, ты меня понял? Подожди, подписчики же твои, как так, они? Какие подписчики? Я никого не знаю, я одинокий дед, живу в этой будке, и мне плевать на всех и на все, так что я взрываю. Но они поставят лайк, подожди, и подпишутся. Лайк? Что это такое лайк? Не знаю, что такое лайк, все, я взрываю, останься меня. Ну погоди, но они ж тебя любят, они тебя любят, но ты... Ну, хорошо, не буду я взрывать. Я взорву еще мощнее. Все, будете у меня гореть в аду. Алло. Это что такое? Я испугался. Что это? О боже мой. Кто ты такой? Заткнись, пожалуйста. Что это такое? Что explosion? Что я сделал? Подписчики! Что это такое? Кто ты такой? Пошел в жопу! Ох, господи, ребята, вы слышали? Какой-то ненормальный мужик разговаривал. Ух, я уже испугался. Так, а что это пишет? Эй, Иваныч, эй, жители, кто-нибудь? Алло? Стоп, что я сделал? Что? Эй! Жители, алло! Так, ребят, подождите, а что я сделал-то? 20%! Что я сделал-то, ребята? Я что, типа, эй, кто-нибудь, алло! Ты тут, алло! Все забагались! Ребята, давайте быстрее! Быстрее в лабораторию! Стоп, давайте быстрее, ребята! Что я натворил? Ребята! Я в роли деда ужасен! Так, тихо! В смысле? Ребята! Нет! Стоп! Я телепортировался! Подожди! Никакой идти просто! Нет! Стоп! Очуметь! Офигешечки! Это что такое? Стоп! Кто-нибудь! Нет! Я не хочу быть дедом до конца жизни! Подожди, нет, стоп, кто-нибудь живых остался? Пожалуйста, скажите сюда! Нет, я реально один остался, зачем я ему взорвал? Блин, ну, подписчики, ну вы хотя бы остались! Ой, больно! Стоп, где я? Стоп, я что, в Майнкрафте? Стоп, так, подождите, так, я же взорвался, тут же бедроком все должно было покрыто быть. Так, а я дед? Хвост? И хвоста нету! Я не дед. Я нормальный, ребята! Стоп, а
Ё-моё, я дурак! Я же записывал приветствие для нового ролика и упал в яму! Ё-моё, ребята, я ж, блин, я чё тут... Сколько я вообще пролежал-то? Реально, камера тут стоит! О, боже мой, ну, блин, дурак, даже не смотрит под ноги! Ой, ребята, короче, я не знаю, я, наверное, пойду все же спать. Ой, господи, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Все, врачи, всем пока, народ. Офигеть, как такое могло присниться-то?